Из-за чего столько шума? Мне кажется, он не больше Мавритании. Ты порой бываешь права, Роза, но только не насчет Титаника. Он на 100 футов длиннее Мавритании и намного роскошнее. Вашу дочь трудно чем-либо удивить, Руфь. Говорят, этот лайнер непотопляем. Ну да, сам Господь не смог бы пустить его ко дну. Ваш багаж нужно зарегистрировать у главного терминала. Я могу это сделать, сэр. Полностью полагаюсь на вас. Пожалуйста, обратитесь к моему помощнику. Да, сэр, вы крайне любезны. Если я могу еще чем-нибудь услужить вам... Все чемоданы вон из той машины. Еще 12 отсюда. И сейф. Доставьте в каюты первого класса 52, 54, 56. Ну что ж... Надо торопиться. Пойдемте. Мое пальто, оно у меня есть. Выстроится в очередь для прохождения санитарного контроля. Всем пассажирам! Добро пожаловать на Титаник. Для всех он был сказочным кораблем. Мне же он казался не более чем судном, на котором меня в кандалах повезут в Америку. Я старалась вести себя, как полагается, благовоспитанной девушке, но мое сердце обливалось кровью.